Доброго здравия, друзья. Вот только добрался домой и записываю очередное обращение. Вот что я могу сказать? Все хорошо, да? И на этом обращение можно закончить, да, как прошлое музыкальное. А будет еще лучше. Да, это все так. И мы идем планомерно к улучшению Благодара. То есть у нас расписано вперед определенное уже количество там шагов или действий по изменению, по улучшению Благодара. Да? То есть то, что делает Благодар более живучим. Слово «стабильность» не хочу использовать. Ну, в то же время, да, можно сказать, что то, что способствует, чтобы наше сообщество развивалось и двигалось вперед уверенными семимильными шагами. Вот. Будут озвучены в ближайшее время плановые изменения участия Благодар для участников, да. Конечно, все это способствует, все изменения способствуют тому, чтобы поощрять к активности, да, поощрять к осознанности каждого из нас. Вот. Ну, больше пока говорить ничего не буду. Все молодцы. Последнее время у нас появляется все больше энтузиастов, все больше благодарителей с командами, которые ищут возможности для того, чтобы способствовать поднятию курса нашей монетки Юми, да? Ну, все методы хороши, да? В любом случае, все надо пробовать. Если есть идея, надо проверить, работоспособная она, насколько она работоспособная. Вот. Как-то так. Все, друзья, обнял. До новых встреч. Все хорошо, а будет еще лучше. Пока-пока.